вечер, уважаемые дамы и господа. Приглашаем вас на концерт «Вечер военной песни», который организован по инициативе Комиссии по культурному наследию Координационного совета российских соотечественников во Франции. Мы благодарим за возможность проведения этого вечера руководство Российского центра по науке и культуре. Спасибо. Приятного вечера. И en français, chers amis, chers amis, nous vous invitons au concert soirée de la chanson de temps de guerre qui est organisée par l'initiative de commission d'héritage culturel du conseil de coordination des compatriotes russes. Nous remercions pour cette possibilité pour la salle qui nous a été gratuitement donnée, le centre culturel de sciences et le centre de sciences et de culture russe. Merci. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные. Гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко. И погорельцы, погорельцы кочуют с запада к востоку. Как это было? Как совпала война, беда, мечта и юность. Это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы... Какие молодые. Субтитры сделал DimaTorzok.
сейчас далеко, далеко. Oh,
дети войны, набивали стеклушки открытые, дети войны, хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу, крошки хлеба на белом снегу. Стали собственной памяти старшими.
степной буря. Выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в буряне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а на ней земля дымится. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: стань над рекою, ночки летние встречать. Oh,
Анна Юрьевна Бетулинская, более известная как Анна Марли, написала не только великую песню французской истории, песню «Французский партизан», которую справедливо называют вторым неофициальным гимном Франции. И это сделала русская женщина, патриот земли русской, праправнучка атамана Платова. Но в эти годы, грозные военные годы, Анна Юрьевна, судьба подарила мне и актрисе Веронике Переверзевой счастье дружить с ней и вместе творить. Мы сделали два спектакля. Так вот, во время войны Анны Юрьевны были созданы и другие военные песни, меньше известные, чем великая песня французских партизан. Я сейчас попробую напеть эти две песни на французском языке. Первая песня называется «Le complaint des partisans». Ну, «complaint» – это такое слово редко употребляемое, оно значит, может быть, жалоба, сетование. Это такой тип грустной народной песни. Va petit homme, va par de l'avant. Ta maison est prise, ton pays en sang. Ta famille est captive et ton chien tué. Va petit homme, tu seras le vengé. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi. Mais je n'ai pas pu, et j'ai repris mon armée. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Vous qui le savez, effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis et j'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, l'ennemi l'a su, il est mort sans surprise. Le vent souffle sur la tombe, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. И вторая песня называется «Пари тону». Интересно то, что эту песню Анна Юрьевна написала, когда фашисты были в Париже. Еще только приближался день освобождения Парижа, но песня была создана. Пари этану, де шакан, или ансетве, шаке мюр, шаке дуа, шаке рю, шаке пото, Fait par un Français pour la gloire et le bien-être de ses fils et son pays, mais pas pour l'ennemi. Sur le parvis de Notre-Dame, on sent passer le souffle du vieux temps. La Seine roule sa mémoire, chaque pierre est ancrée d'histoire, chaque pavé en monument. Mais pas pour l'ennemi.
Завтра бессмертный полк. Я понесу портрет своего папы. Этот портрет был сделан в Кенигсберге
последний день войны. Я пятый ребенок у своих родителей. Старшая сестра и брат родились перед войной. И вот два брата и я, мы родились после войны. Если бы папа не пришел с войны, ни меня, ни моих двоих братьев просто бы не было. И это судьба многих людей. И даже вот мое имя Анатолий. Вы знаете, старшие люди, что была такая грустная, но хорошая традиция, что после войны, тяжелейшей войны, таких потерь, новорожденных часто называли именами тех родных и близких, кто погиб. У меня тоже есть фотографии, чудесные фотографии замечательного мальчика. Но они сняты были еще там 24-й год, 26-й. Это это мои сестры, моей бабушки, сын. Он умер во время блокады в Ленинграде. И его звали Толя. И когда уже позже я родился, меня тоже назвали Толя. Я смотрю на эту фотографию, вот воспринимаю, идет какой-то вот контакт, общение с этим замечательным мальчиком. Там удивительное фото просто. Ну, как и в нашей семье, брат моей мамы погиб в десанте. Он был парашютист, увлекался спортом перед войной, авиацией. И погиб в одном из первых десантов, таких трагических, под Псковом. И брат, именем которого он был назван, нашел по интернету, посчастливилось найти место, станцию Псковской области, где имена погибших этого десанта, и там есть фамилия его и моего дяди. Я хочу прочитать вам одно из самых лучших стихотворений, написанных о войне и во время войны. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино на помин души. Жди. И с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять, не ждавшим им, что среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать. Только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой.
минуту встаньте. Слушайте, слушайте, гремит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродила сия гребла. Yeah.
Такой горблюсь, но
иначе жить нельзя, если все зовет его и он голос, все звучит в огне его песня. Моя трава пахнет горечью, молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Подошел к концу наш такой импровизационный концерт. Вы знаете, для меня он чем ценен? Тем, что у нас не было времени ни репетировать, ни собираться вместе. Мы приехали с разных концов Франции. А главное, что он показывает, что праздник жив. И не надо никогда задавать вопрос, а зачем? Он жив и все. Вот. А кто не хочет меня? Вот, поэтому, конечно же, огромное спасибо всем, кто участвовал, всем, кто помог нам вспомнить эти страницы великой истории, эти великие песни, эти теплые песни. Я буду приглашать на сцену каждого солиста. И мы начнем с... вот Ольга Петрейман Федотова. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо.
Ольга Вдовина. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Наталья Ермилова, пожалуйста. Вот на Наташу прыгаю. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Спасибо. И дочке большое спасибо. Татьяна Юркова, пожалуйста. Ваши аплодисменты. После наших замечательных дам я приглашаю на сцену Анатолия Переверзева. Ваши аплодисменты. Александр Берлин. Скрипка. Саша прорывается со своей скрипкой, осторожно струны, осторожно смычок. Пожалуйста, еще раз, ваши аплодисменты. Ну, если есть цветочки, то, наверное, теперь можно уже подарить всем, кому хотите подарить. Сейчас. Так. Так. Пожалуйста, девочки, пожалуйста. Так. Ну, замечательно. Почему? Потому что сейчас мы на эту сцену пригласим наших детей, наше будущее, те, которые будут жить уже и после нас. И сначала ансамбль детского хора Русского духовного и культурного центра под руководством заслуженного работника культуры России Ольги Русаковой. Пожалуйста, деточки, на сцену! Оля, пожалуйста, на сцену вместе с детишками. Пожалуйста. Еще разок. Оля Русакова. Спасибо вам. Спасибо. И, конечно, театр танца Академии «Калинка» с ее руководителем Татьяной Сильвестровой. Пожалуйста, девочки, на сцену. Если есть цветочки, можно уже сейчас подарить всем замечательным участникам. Мы, конечно, поблагодарим Юлию Южанову-Дираж за содействие в видеоряде, который нам напоминает о тех годах. И, конечно, в конце нашего концерта прозвучит песня «Победы», «День Победы». Прямо с залом, кто знает, подпевайте нам. И... Мне вот подсказывают девочки. Хорошо. Еще есть у нас маленькие девочки. Это Татьяна Дираж и Алис Октави. Браво! Спасибо, девочки. Песня «Победы» вместе со всем залом. С наступающим вас праздником, здоровья, счастья, а главное – мира на нашей планете. Спасибо. День Победы, как было так далек, как на свет вокруг шагает.
всех, кто принял участие на сцене, подготовке, в организационных моментах. И мне бы хотелось снова привлечь и пригласить на эту сцену других участников сегодняшнего праздничного мероприятия. Пожалуйста, делегация Калининградского музея, присоединяйтесь к нам. Вы тоже абсолютно полноправные члены и организаторы и участники нашего вечера. И госпожа Матинги, пожалуйста, на сцену. Дорогие друзья, с отдельным удовольствием я хочу поблагодарить, во-первых, Юлию Мишану Дираж, и во-вторых, конечно же, нашего замечательного маэстро Андрея Шевчука за проделанную потрясающую работу. Вы видите, конечно, все это делается хорошо, талантливо и так далее. Посмотрите, какая у нас действительно обстановка, как это все объединено. Андрей, спасибо вам огромное. Это точно не последний вечер. Я пользуюсь этим случаем для того, чтобы поздравить наших ветеранов, за то, чтобы пожелать нашему поколению, вот этому поколению, чтобы действительно их была жизнь связана только с миром. С Днем Великой Победы! Ура! Здоровья, счастья и еще раз мира. Спасибо.